Всем привет! Сегодня мое видео посвящено воздушным фильтрам, который фильтрует воздух, попадающий в дроссельную заслонку, и который через впускной коллектор попадает уже в камеру сгорания. И, к сожалению, в наших реалиях все пытаются найти подешевле, ищут где подешевле, но пренебрегая качеством. Итак, вот воздушный фильтр, вот такой выполненный, который вообще я никому не рекомендовал бы к установке. Почему? Во-первых, непонятный фильтрующий элемент, ну хрен бы с ним, он все равно фильтрует. А самое главное, вот эта плоскость, которая в корпусе фильтра у вас будет прилегать, она выполнена не из этого же материала, причем уплотненного, здесь как пластик он. В чем разница? В аналоговых или в оригинальных фильтрах здесь присутствует резинка. Мягкая, очень мягкая резинка. Неважно, какой у вас пластиковый фильтр, как вот этот от 3 Rio, или будет он визуально прямоугольный от 4 Rio, мягкий, без пластика, в общем, главное, чтобы была резинка. И почему? Суть вообще воздушного фильтра, я думаю, и так все понимают. Снизу идет поток воздуха, грязный, с частицами там, будем называть все-таки его абразива, песка, и через верх он выходит чистый, очищенный, достаточно очищенный. Раз, два, три, раз, два, три. Кто не менял на автомобиле на своем фильтр, вот так он выглядит, естественно, все это представляют. Находится в середине, верхняя часть откидывается, фильтр меняется. Вот он, корпус фильтра, он прижимается вот на таких защелках, здесь вставляется в пазы. И, кстати, если у кого-то пазы сломаны, то что-то надо с этим делать. Также у вас корпус не прижимается полностью, например, в этой резинке. Он просто приподнимается, и уже воздух попадает сюда. Воздух, естественно, с абразивом. Далее, если вы ставите вот такой фильтр, что у вас получается? Крышка у вас неплотно прилегает сверху или снизу. Если снизу, ничего страшного. У вас попадает сюда грязный воздух, он опять фильтруется. И ладно бы с ним. Но если он попадает в верхнюю часть, вот видно здесь загрязнение сверху уже идет. То есть оно попадало сверху, вот по торцу, проходило. То весь этот абразив в виде песка идет у вас в дроссель, опять во впускной коллектор и в камеру сгорания. А дальше вы в панике, такие, что это у меня стучит с утра двигатель, откуда царапины по цилиндрам, наверное, катализатор. Нет, тупо вы экономили на фильтре. Так что, если вы увидите, что вам всовывают, втюхивают вот такой фильтр без резиночки, отказывайтесь от покупки. А если это происходит на сервисе, говорите, что не надо, лучше ездить со старым, но с резинкой, чем с новым вот таким. Ну а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем успехов и удачи на дороге.